Всем привет! Сегодня мы будем рисовать осенний дизайн. На подготовленный ноготь наносим темно-шоколадный цвет. Сушим в лампе. Берем две кисточки. Одна у меня рублев единичка, а вторая обычная тонкая кисть, которую я подстригла для тонких прорисовок и вензелей. На палитру я уже капнула нужные мне цвета. Белым гель-лаком рисуем подмалевок кленового листочка. Я это делаю так. Сначала провожу линию, от нее еще 4. Потом рисую такие как бы галочки на кончиках. И между этими галочками провожу дугу. Так делаю с оставшимися палочками. Далее закрашиваем все внутри. Немного утолщаем палочку кленового листка. Если мы нарисуем только один кленовый листик, то наш дизайн на ногте будет смотреться куца. Поэтому я рисую сверху еще один листочек выглядывающий. Сушим в лампе. Далее берем оранжевый, зеленый и желтый цвет и в хаотичном порядке наносим их на лепесточек, смешивая между собой по ходу. Если вы хотите, чтобы ваш листик смотрелся более осенне, то добавьте больше желтого и оранжевого. Кому-то, например, под дизайн можно добавить больше зелененького на верхний листочек. В этот листочек я добавляю еще немного золотых блесточек. Совсем немножко по краешкам. Далее черной гель-краской рисуем прожилки и немного обводим контур нашего листочка. Рисовали прожилочки, главное, чтобы они были очень тоненькими. Просушили. В некоторых местах добавляем свет и белый гель краской без липкого слоя. То же самое проделываем с верхним кусочком листка.
Если не обвести белым, листочек потеряется. Покрываем топом, и дизайн готов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!